Получил очередную посылку из Китая. Это аккумулятор. Упакован был очень хорошо. Можно было подумать, о, сколько пупырки. Прыгал как мячик. Ну и, естественно, с оформлением упаковки аккумулятора тоже впечатляет. Вот в такой коробке. Аккумулятор, конечно, непростой. На 5000 мАч, 5-баночный. Для 7-дюймового квадрокоптера заказывал. Но ждал долго. 35 дней. Да еще продавец перепутал. Хотел в качестве извинения за позднюю отправку из-за праздников новогодних сделать мне приятное и положил подарочек небольшой. Он мне, конечно, этот подарочек. Вот он. Подарочек. Супер подарочек. Я сам такие подарочки клепаю. Ну, положил, так положил. Какой его подарочек, а какой? А, вот это вот его подарочек. А вот это я делал. Ну, не отличишь. Ну, в общем, положил под этот подарочек в посылочку и отправил под номером моего заказа основного, вот этого. А этот отправил как подарочек. Подарочек пришел на 10 дней раньше основного заказа. И продавец мне тут оборвал уже все провода телеграфные, интернетовские. Почему я не подтверждаю получение посылки? Вот сейчас я ему подтвердил. Но посылка, конечно, классная. Смотрим, что тут у нас в коробочке. А в коробочке у нас, о, наклеечки фирменные. Ну, я их не собираю, конечно. Они мне тут, у меня там валяется их из пропеллеров, из аккумуляторов, из другой всякой ерунды в сторону. Потом мануальчик. Вот такой фирменный мануальчик. По технике безопасности, по правилам вращения, обслуживания аккумулятора. Вот. Вот такой мануальчик. Вот. Литий-полимерный. Так что, ну и вот там сам тяжелый, около 700 грамм, 690. Ну вот так вот он выглядит. Такой аккумулятор. Сейчас мы проверим баночки тестером. Подключаемся. Ровно 50%. Ровно 50%. Литий-полимерный. Смотрим банка. 51%. 3,86. Вторая банка. 3,865, 52%. Третья банка 48%. О, это уже не порядок. 3,848. Эта разница будет увеличиваться и увеличиваться. Ну, посмотрим. И следующая банка 50%. 3,856.
И следующая 51%, 3,86. Итого 19,29, 50% емкости аккумулятора. Вот такой аккумулятор. Обошелся он мне $69, там еще с копеечками. Вот так вот он выглядит вживую. Так что будем пробовать. Сейчас пока заряжать его не буду. Пусть полежит, подожду немножко. Вот. Такой аккумулятор. Если кого интересует, пишите в комментариях. Дам ссылочку на этого продавца. Общаться с ним было довольно-таки просто. Ну, массу извинений приносил за задержку. Такой ответственный товарищ. Ну, все у меня на этом. До следующего видео.